сегодня у нас в гостях Карл Август Карли Коллин, бывший военный. Он был посажен за нетрезвое поведение 8 июня 1939 года. Здравствуйте. Здравствуйте, Карл. Можете рассказать о себе? Конечно. Я 35-летний солдат, который отсидел срок в тюрьме. Как вы оказались в тюрьме? Я напился и очень себя неподобающе вел с нашей страной. Как долго вы были заключенным? 3 года, Евгений, 3 года. Расскажите о своей жизни до тюрьмы. Да чего уж там бедному солдату рассказывать о своей жизни солдата. Чем вы сейчас занимаетесь после освобождения? Так как мое освобождение случилось только месяц назад, я ничем еще не занимаюсь. Хорошо, Карл, спасибо. До свидания. До свидания. Всего вам хорошего. И вам того же.